сегодня у нас в гостях, и она тоже ваша фанатка. Встречаем ее. Замуж за миллионера, так же, как Оксана, Наташа и Вера. А Маша хочет замуж за Брэда Питта, особенно, когда две бутылки распито. А Оля хочет замуж за футболиста, сама она подсушена и мускулиста. Она постит все эротичные видео, но только у нее ничего не выйдет. Ведь кто выйдет замуж наверняка? Лишь та, что хочет замуж за мужа. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая ставит реальные цели. А каждая букашка, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца, но это закон испокон веков. Принцессы выходят за мужиков. А у вас, Андрей, от этой песенки дыбом волосы. А у меня, естественно, нету голоса. И это бесконечно тупое видео. Но я не собираюсь на Евровидение. А я вообще никуда не собираюсь. А у меня есть штопор и ящик с операми. А кто не знает, с операми — это ж винчик. А выйти замуж — это инст-тинкт-чик. Ведь кто выйдет замуж наверняка? Лишь та, что хочет замуж за мужа. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая ставит реальные цели. А каждая букашка, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца, но это закон испокон веков. Принцессы выходят замуж. И тост замуж. Браво! Спасибо. Я так рад, что сейчас в одном кадре на телевидении будут две гениальные. Вот. Я слушаю вас, я читаю вас в Инстаграме. Я на вас тоже. У меня есть книжка, давно-давно подаренная вами. Правда? Я вот сейчас стишок читала. Я вам писала ее по почте. Да, я получила и прочитала. Я очень рада, что... Я вообще рада, что появляются такие удивительные, талантливые, замечательные люди. И мне очень приятно. Мне так приятно. Спасибо большое, Лариса Алексеевна. А стесняюсь спросить, спасибо, вам-то очень удалось за кого выйти замуж? За принца. Во всяком случае, я вас посадил в один кадр не просто так, потому что две поэтессы, и мне кажется, сегодня у нас есть шанс сделать небольшой поэтический батл между вами. Что я предлагаю? Я даю первую строчку, а вы должны, ну, придумать какую-нибудь рифму. А я сходу не умею. Я тоже не умею. Но давайте попробуем. Можно, ну, не в рифму, а прикольно. Ну, и Терчайка поучаствует, поможет нам. Катя, у Кати тоже талант. Лара. Вот так подумай. Итак, первая цитата для нашего батла. Итак, муж загулял, опять измена. А это в чем-то даже и ценно. Опять измена? Хорошо. Я потеряла джентльмена. О. Вторая. Пришла весна, но в платье мне не влезть. Ну, из ваших уст это для меня честь. Оставьте вашу лесть. Из ваших уст для меня это лесть. Попробуй просто меньше есть. А где-то в сердце копится месть. Так, третье. Смотрю я в зеркало с утра и вижу...
унылую жижу. Какой-то странный мужичок крадется рыжий. А как я рыжих ненавижу. У меня такой инста какой-нибудь вариант. Немного фильтров для престижу. Так, и еще он недоволен тем, как я готовлю. Пойди-ка, милый, почини мне кровлю. Муромов-то лучший. С ним разведусь и выйду замуж за Толю. Но Толя, он же женат на Оле.